Цель акции – профилактика ДТП с участием водителей мототранспорта. Инспекторы останавливали автомобили и проводили беседы с водителями о необходимости использования поворотников при перестроении. Напоминали также, что необходимо обязательно смотреть в зеркала заднего вида при выполнении маневров. Кроме того, совместно с байкерами до автолюбителей была доведена статистика аварийности с участием двухколесного транспорта. Так, за 8 месяцев зарегистрировано 51 ДТП. За аналогичный период прошлого года на дорогах произошло 80 аварий, в которых пострадали мотоциклисты. Всем водителям полицейские вручили соответствующие листовки.